Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Hitman 3. Итак, у нас теперь выходное пособие. Смотрим. Что там, Hitman 2, что? Три семьи. Всего-то. Энграмы, Карлы и Стивенсанты. Расскажи нам все о них. Давай, колись. Башням и слоновой кости недолго стоять. А когда все будет кончено, лучше решать проблемы по мере их поступления. Сейчас важны только партнеры. Есть одна сложность. О, разумеется. Оливия попыталась пробить меня название Константой. Гиблое место. Почему гиблое? Потому что на них всех публикованы... Хрен знает кто. Несчастный случай, сердечный приступ и рак легких. Они заметают следы быстрее, чем я ожидал. Форс-мажор. Так себе запасной план. Констант об этом знал. Что ж, видимо, они ему не доверяют. Такие серьезные дела всегда оставляют следы. Константа говорит, что нужно следить за деньгами. Мильтон Фанциприк. Это инвестиционный банк. Ключевой актив Провиденса. На который ты работал? Директор Нью-Йоркского офиса, агент Провиденс, это лучший способ до них добраться. Я скажу пилоту, чтобы развернул самолет. Итак, джентльмены, вот что мы придумали. Роль партнера переходит от одного лица к другому, но все это случилось так давно, что банковские документы в Мильтон Фанцип еще не обновили. Нам удалось подтвердить, что там у партнеров есть действующие... Хрен знает кто. Тем не менее, банковские документы регулярно обновляются. Возможно, у нас есть лишь несколько часов до уничтожения зацепок о личностях новых партнеров. Нужные данные можно добыть двумя способами. Первый способ – получить доступ к главному серверу банка в подвальном хранилище, но попасть туда непросто. Второй способ – забрать носителей с частью нужных данных у директора банка, начальника охраны Метро и главного бухгалтера Фабрины Маннина. Короче, в троих. Один. Чтобы получить данные полностью, нужно все три накопителя. Кроме того, нельзя, чтобы партнеры узнали об утечке информации. Устранив директора банка, мы разорвем связь Провиденса с банком и сохраним нашу деятельность в тайне. Блин. Сложно. Так, ладно, еще раз. Мы проникаем в хранилище, извлекаем комплект жестких дисков и во время отхода устраняем директора. Мы. Ты. Удачи, 47-й. Козел. Ладно. Давайте подумаем. Подожди, подожди, не спеши. Видишь, человек идет. Да, действительно... Впечатляюще. Давайте. Впечатляющая такая хрень. Ну, где я? Пошли. Hitman 2. Я не понял. Так я опять начал эту задачу. Все играть. Вот так. Добыть данные. Добудем. Устранить. Устраним. Понятно. Но самое главное, это добыть данные. Цель, это я даже не знаю, ну тоже вроде как важно, чтобы разорвать связь. Добро пожаловать в Нью-Йорк. 47-й банк Мильтон Фильдспрак. Режим в автономном режиме. Там идет какое-то расследование. Охрана будет больше, чем обычно. Понятно. Твоя цель, директор офиса, так находится в своем офисе на верхнем этаже. Оттуда виден роскошный операционный зал. Начальник службы безопасности Метео Перес ходит между хранилищами и операционным залом, беседуя с сотрудниками. Это подсказки все. Главный бухгалтер Финн Мен. Это где, так, знаешь, где находится что-то и на верхнем этаже банка, где он ведет внутреннее расследование. Ага, входы и выходы рассказали нам. Так, либо похитив их из защитного хранилища внизу, либо у трех козлов. Так, ее подручных. Понятно. Удачи. Для начала я хочу посмотреть. Так, вы покидаете зону миссии. Так.
Скрыть предмет. У меня стандартный, да? Стандартный набор. Так. Слиться с окружением. Для начала давайте ой. Ну все, 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 я положил. Так. Да что тебе надо? А, вот оно что. Ладно, подождите. Начать миссию заново, да. Блин, я не сохранился. Вот зачем нужно сохранить. Блин, надо сразу сохраняться после. Чтобы. Вот так. Так, это что у нас? Манипулировать. Что тебе надо? Блин, подожди. Я все понял, что с вами надо делать тут. Смотри. Так. Ну нам-то надо вот это. Так. Следующий кто пойдет? Ну, пойдет, подождите. Давай, что у тебя тут? Пакостим. Так, у тебя по ходу дела какой-то ключ есть. Да? Подожди. Так. Ой. Что тут? У тебя что-то было? Ой. Не-не-не-не. Наоборот, вылези. Это вот отвлекающий маневр был. Что, ему кто-нибудь поможет? Подождите. Ой, блин, не разобраться тут. Поиск. Поиск чего? Не знаю, что я делаю, что я здесь. Так. Чё, очухался? Чё-то уронил. Эй, подожди. I mean, what is his problem? You know him? Don't... God damn.
Что вам надо было? Ну, подобрала что-то с пола. Я же ничего не нарушил. Так, подождите. Где тут? Где тут? Чё, никто ничего? А вот он и ключи. Так. Ну а зачем мне сюда? Я не понимаю. Так, я тоже зайду. Так. Преступление замечено, подождите. Вот так. На! На! Все, теперь ничего не замечено. Я понять не могу, вы что делать-то хотели здесь? Где ты? Так, он ушел. Так, добудьте накопитель, блин. Вот это было какое-то сюжетное задание, я уверен. Нет, под него не могу замаскироваться, понятно. Блин. Давай, уборщик. Хоп. Так. Утаскиваем его. Вот сюда. Так. На. I hope that is your really drunk friend you're dragging around. Так. I'm a dragging bodies around. Мне главное сейчас отойти подальше отсюда. Thank you. Так. Ладно. Пусть они туда идут. Упаковывают пока. How are you today, sir? Блин.
Ой. Тихо, тихо. Ну, сломай шею. Так. Что еще тут можно сделать? Он меня, ага, видел. О, смотрите. Он меня не видит. А мне и травить-то пока нечем. Так. Вот это хреновенько. Давай, один сначала. Подождите. You stay here. I'll take a look. Okay, but be careful. Anyone there? Подождите. Answer. Стой. Так. Вот так. Вот сюда сейчас положим. Прятать не обязательно. Ну и ты дебил. Рядом. Вот, подожди. Так. Нужен твой совет. Так. Тут полным-полно охраны. Так. Я не думаю, что смогу надежно спрятать документы. Тут что-то типа расследования, и они ищут именно этот документ. Тогда тем документ, тогда и все. Нет, я спрятал документы в банковской, в подвале. Ключи у меня лежат на столе. Черт, да я даже журналистику отсюда вижу. Но доносительство это очень круто. Блин. Так, да жути страшно, знаешь? Честно тебе скажу. Так, в банке, похоже, завелись стукачи, которые хочет добиться до компьютера. Однако в подвале усилили охрану, и это не внушает на нашу ревнительность. Правда, ключи от своей банковской ячейки она хранит у себя на столе. Интересно, что будет, если обнародовать эти документы? Yes, I know it's important. Ну, так, я знаю, что это важно. We just need another 5 minutes, and then you're welcome, but да. Not right now, okay? Подожди, я возьму баночку сока, не возражаешь? Yes, I know it's important, but I can't risk my job here. На. Так. Теперь подождите. Так.
На. Вот так. Так, ладушки, ладушки. Так, ага. А, пока поиск идет, да? Подожди. Поиск. Ой. Так. Да я хрен с тобой. Поезд-то окончен. Где кабинеты? Вот это кабинет или нет? Ага. Это какой-то кабинет. Подождите, это какой-то кабинет. Так, загрузить. Хрен на тебя. А, ну все, я ушел. Кто-то кого-то нашел? Ага. Так, найдено тело. Так, а вот он, начальник местной охраны. Так. Так. Ладно, давай. Хочу посмотреть, что у вас здесь происходит. А, вот на столе. Открывается сюжетное задание. Так, он уже там долго торчит. Ладно, как-то не очень обнадеживает. Конечно, мы будем делать, не будем делать поспешных выводов. Сообщи, когда он выйдет. Ага, хорошо, так, что так? В банке полным ходом идут собеседования. Говорят, последний кандидат зашел в уборную, так оттуда и не вышел. Может, нервы сдали? Хорошо, сейчас проверим. Блин. Зашел в уборную и не вышел. Ну давай посмотрим. Так, сохранить. Я то сейчас возьму. Так. Давай, что ты там? Не. Так. Пройдите к стойке посетителей. Боже.
Эй! На! Так. Иди сюда. Так. Все. Так, теперь ты тоже сюда вот. Так, сохранить. Идем. Уверенно. Только я не знаю вообще, надо ли мне эти все примочки. Вдруг обыскивать будут. А вот и вы. Надеюсь, вам лучше. Сказать отделу кадров, что вы готовы к последнему собеседованию. Меня как будто подменили. Я готов. Так, за мной, пожалуйста, это здесь, чудесно. Учтите, тебе на себе так. Посмотрим, что из этого выйдет. Что, ты же сказал с тобой идти. Нервничайте, не переживайте, у вас все получится. Давай. Так, что ты мне говоришь что-то? Хорошо. Так, присаживайтесь. Так, здравствуйте, меня зовут Кевин, и это Мелисса. Мы из отдела кадров будем работать с вами в ходе последнего теста. Ну, важно отметить, что тест нельзя пройти или провалить. Это всего лишь стандартный Так, он представляет, насколько вам близка наша корпоративная... Так, ладно. Если вы готовы, давайте начнем. Я готов. Итак, это очень простой тест. Просто возьмите карту, скажем нам, что вы видите. Так, важно отметить, что тут нет правильных или неправильных ответов. Мы просто хотим лучше понять, что вы за человек в психологическом плане. Все понятно? Да, я готов. Так, что ж, давайте тогда продолжим. Пожалуйста, возьмите. Так, возможность. Вот, я, кстати, думал этот тест Рорчика или Хорчика, как он правильно? Вот это. Ладно, а теперь посмотрите на нее повнимательно. Не спешите, скажите мне, вы видите на ней животное? Или предмет? Животное. Понятно, а что это за животное? Птицу, возможно, орла. Орел, очень интересно. Опасная птица, что-нибудь еще? Она, кажется, что-то ест. Ест? Что она ест? Падаль, здесь показана лужа крови, вытекшая из трупа. Так, очень-очень красочное описание, мистер Томас, да, даже жестокое. Точно. Любопытно наблюдает мистер Томас. Не совсем то, что мы ожидали, но тоже прекрасно подойдет. Давайте теперь возьмем следующую карточку. Выберите из оставшихся карточек ту, что ассоциируется у вас с исполнительностью. Ну давай вот это, я не знаю. Ладно. А, очень хорошо. Вот еще интересная карточка. Что же на ней видите? Рассмотрите изображение целиком, пожалуйста, и скажите, какие ассоциации оно вас вызывает. Максимально подробно. Богатство. Можете пояснить? Я вижу огромную кучу денег, заработанных сомнительными делами. И какие чувства у вас это вызывает? Нарушение правил игры? Это моя работа. Отлично, мистер Томас. Очень изобретательный мистер Томас. Я думаю, пора переходить к последней карточке. Пожалуйста, последняя карточка. Ассоциируется с процветанием. Я выберу вот эту. Отличный выбор. Скажите мне, что первое вы видели в этой карточке? Что сразу пришло в голову? Вижу фигуру в длинном плаще. Перспектива искажена. Я смотрю на этого человека снизу вверх, лежа на земле. Отлично. Он что-то держит. Так, продолжайте. Он вооружен. Два крупнокалиберных пистолета в руках.
Понятно, что вы еще увидите. Он только что закончил свою работу, идеально исполнил замысел. И кто этот человек? Это я. Очень, очень любопытный, мистер Томас. Да, это крайне неожиданный результат. Думаю, у вас предельно ясно. Так, все предельно ясно. К сожалению, вы не подходите на должность специалиста по инвестициям. Блин, плохо. Однако, именно такого человека, как вы, ищет наша бухгалтерия. Тогда я соглашусь с Кевином. На такую высокую должность мы ищем людей более жестоких и напористых. Нам нужен человек, который не побоится и сможет выкладываться на все 100. С другой стороны, мне кажется, что ваша холодная рассудительность пригодится бухгалтерскому отделу. Верно, подмечено, Мелисса. Не стоит считать мелкие так непредвидимым препятствием. Человек с именно вашими навыками будет на самом месте в бухгалтерии. Когда мне начинать? Правильный настрой. Приходите завтра к 8 утра. Но знаете что? Прогуляйтесь по банку и осмотрите его. У вас будет пропуск на цокольный этаж, а также на первый и второй. Изучите обстановку. И увидимся завтра. Жду не дождусь. Давайте, мистер Томас. Так, поздравляем, нью-йоркский, так, филиал банка, так, принят вас на должность оператив, так, отдел кадров высоко оценит ваш холодный расчет. До завтра. Это я с собой возьму. Так. Ну, давайте смотреть, что у нас имеется здесь. Блин, это какой этаж вообще? Карта, так, задача, чемодан. Так, сюжетные задания. Так, ой, три этажа. Вверх, три вниз. Ну ладно. Это что такое? Письма. Письма лично на почту ношу. Так, ладно. В туалете их еще не заметили. Hello, sir. Так, здравствуйте, сэр. Так, привет. Так. Уже догадались, да, что я намереваюсь сделать? Stop. Stop gonna... Подожди. Ну-ка, а если вот так сделать? А, меня видели, подождите. Ладно. Так. Где-то что-то тут может быть. Так. Моя натура маньяческая. Так, ну зато смотрите, я могу беспрепятственно бегать везде. Вот сюда, сюда, я не знаю. Куда еще тут можно зайти? Вот, круг пробежал. Ага, блин, да подожди ты. Почему каждый раз, когда я сюда прихожу, ты сразу заходишь? Ты на секунду выходишь, что ли, или что? Нет, смотрите-ка, пришел. Так, что же нам с тобой делать? А, всего лишь-то.
Ну давай, уходи. Так. Кто тут у нас есть? Сейчас уволим без выходного пособия. Так, найдено тело, подождите. А, загрузка нет, загрузка у меня не такая. Блин. Сейчас мы их поскидываем. Блин. Надо побыстрее двигаться. Вот так. Так. А кто заметил? Подожди, загрузить. Тогда мы его задушим. На. Вот сюда немножко от двери оттащим, чтоб не мешался нам. Давай-ка вот сюда можем зайти. Можем, смотрите-ка. Так, это, как я понимаю, это бухгалтерия. А, вон пир. А, так его устранить надо. Так, это что? Уход на покой. Кое у кого будет не лучший денек. Одного из специалистов по инвестициям ожидается увольнение. У него назначена личная встреча с директором СП, поэтому его отправили на самый верхний этаж, приемный. А отправка людей на покой — это как раз по твоей части. Так. Замаскируйтесь под уволенного работника. Подождите. Бухгалтерия. Включить сигнализацию? Нет. Это мне не надо. Так. Письма. Hey, buddy. Так, эй, парень, да. Блин, надо вниз идти, маскироваться. А потом надо будет еще спуститься вниз и обратно перемискироваться, как правильно сказать-то. Где выход? Как я сюда поднялся? Эй, подождите. А, вот. Так. Ну, пока правильно иду. Чё вы его не подберете-то? Блин, блински.
А он наверху, что ли, или где, или внизу? Я его задавил случайно, нет? Блин. Так, а где я переоделся-то в этого? А, все, вспомнил. Подожди. Так. Я вот здесь вот так вот. Опа, так. Столько трупов. Неужто все я наделал? Подожди, так, я отсюда пробрался куда? Вот сюда. Потом сюда. Вот это, наверное. Нет, это охранник. Так. Тогда вот еще вариант одежды есть. Нет, это охранник. Идем в туалет. На второй этаж куда там? А, ну да. Блин, зря спуск поднимал. Так, а где подняться-то дальше? Боже. О боже, дай мне сил. А, стой, в туалете. Вот он, туалет-то здесь. Так. Замаскируйтесь. Уведомление, так. Так я под него и замаскировался сейчас. Дальше это что? Блин. Давай. Блин, блински. Во. Так, подойдите к директору, ладно. Сейчас будем. К директору. На верхний этаж. Так, лестница. Блин, почему у вас лестница так далеко? Прошу прощения. Нет, я слишком быстро бегаю. Так. Где лестница-то? So are we just supposed to let anyone from IT in there? That's right. Так, так, точно. А, досмотр. Сейчас, подождите. Все, понял, понял. Подождите. Ой, это стекло. Где тут можно спрятать все?
Блин. Hey, sir, I have a question about my port. А, да вот сюда зайди. That's enough. No, 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 no. Подожди. А за каким хреном я спрятался-то? Где? Вот здесь могу спрятать. Ну что ж. Так. Скрываем предметы. Так. Вот это. Скроем. Так. Блин. Ну-ка, зайди сюда. Что тут в шкафчике? Так. А, только один предмет могу. Хорошо. Этот тогда пистолет вот здесь выкинем. Сбросим. Вот здесь. Блин, это все здесь придется скидывать. Так. Нет, подожди, взять. Так, еще надо. Так. Блин, целый арсенал набрал. Ну давай, да, даже не знаю. Вот это скинем. Что тут еще есть? Давайте смотрим. Идем, идем, идем. Поиск. Так, пока она не видит. Так, теперь давайте смотрим. Сможем мы пройти? Way, давай. Sir, колющего, режущего нету. Все, идем, поднимаемся. Кстати, мы прошли. Так, подходим на собеседование.
Так, поговорить. Так, у меня назначена встреча с директором. Не думаю. Ах, да, разумеется, так точно. Проходите. Спасибо. Так. Ага, как мне? Так, подождите. Да, мистер Джексон, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мистер Джексон, как вы наверняка знаете, мы внутри компании провели ряд тестов, чтобы оценить продуктивность наших сотрудников и их умение адаптироваться, рабочее время, выработка, результаты, портфель сделок, сверхурочные, все в таком духе. Я посмотрела личные дела сотрудников за последнюю пару недель, и двое работников выделяются из общего ряда, например, вы. Правда? От своих сотрудников я ожидаю целого ряда выполнения определенных вещей. Ваше поведение и внешний вид напрямую влияют на мое настроение и атмосферу в отделении. И вы, мистер Джексон, действительно выделяетесь. Скажите, вы сами вяжете эти свитера или вам их жена вяжет? Да тебе какая разница-то? Человеку нужно хобби, миссис Савадос. Охрана, выйдите из кабинета. Мне нужно поговорить с мистером Джексоном с глазу на глаз. Давай, сейчас эти твои кожаные штаны узлом завяжу. Итак, мистер Джексон, спешу вас обрадовать, в скором времени вы сможете... Так, подождите. Я понимаю, что это не самый приятный для вас разговор. А, конечно. Итак, мистер Джексон. Так, скромно времени сможете уделять так. Так. We're letting you go, Mr. Jackson. The bank appreciates your contributions over the years, but we feel it's probably best. Don't get up. I'm not done yet. Блин, мне что, ждать тебя? Ну давай подождем, посмотрим, ладно. So, Mr. Jackson, I'm pleased to inform. What are you doing? Sit down. Давай, ладно, слушаю тебя. So, Mr. Jackson. I'm pleased to inform that you will be. Блин, столько попыток, я думал, соскочить и задушить тебя, падлу. Так, мы вас увольняем, мистер Джексон. Банк ценит все то, что вы сделали за эти годы, но на данный момент наши дороги, судя по всему, расходятся. Возможно, вы расстроитесь, но, уверяю, однажды вы поймете, что увольнение открыло для вас новые возможности. Это не первая моя отставка, мисс Савалос. А, почему-то меня это не удивляет. Отдел кадров направит вам все соответствующие бумаги, мистер Джексон. Пожалуйста, как можно скорее покиньте... упакуйте свои вещи. Хорошего дня, мистер Джексон. Подожди. У меня есть вот наушники. Тихо. Так. А, я спалился, подождите. Блин. Ну давай. Блин, я хотел спрятать тело. Так, валим старушку. Итак. Вот только есть еще одно но. Так. Мы... Good work, 47. That's the first backup data disk secured. Two more to locate. А ну-ка, подождите.
Да, это хоть какие несчастные случаи. Excuse me. Ой. Do you work on this floor? Блин. Да, ладно, сейчас. Но охрану-то надо как-то тоже выводить. First backup data disk secured. Two more to locate. Так. Director Savalas eliminated. Good work, 47. Sir, you are currently... Hey, you! What happened to digitization? It's like the 1920s. Where is that file? Whoa! Так. Man? Anybody there? Come in. Something really bad is going down. Ну блин, а где? Boot up. Ой. Да подождите вы. Блин. Мой не то. Блин, ладно, тогда давай, если просто задушить ее. На. Директор Савалас eliminated. Good work, 47. Так, посюда я выходил, да? Так. Где тут? Это кто такой? Какой-то просто служащий. Так, туалет. Туалет, забираем вещи. Вау, их никто даже не взял. Все берем. Как их много, блин. И так, моя удавка на мне, ой, на мне, при мне удавка, все есть. Теперь осталось только, да тут никого и никто и не ходит. Так. Surrender the gun right now. Да подожди. Подожди, я, блин... А, уф. Так. Навел я шороху, в общем. Теперь надо как-то... смыться. На.
second backup data disk is secured. Just one to go, 47. Так. Кто нашел? Так, ладно. Зайдем сюда. Никого не было. Собираем. Все берем. Блин, даже не знаю, как им размахиваться, столько инструментов. И вот так. Давайте возьмем еще вот это. Так, два из них я собрал. Одну у бабы. Другое. А другой-то у кого я забрал? А, у этого мужика, вот которого сейчас задавил. Так, понятно. Так. Запись для отдела. Подождите. Я побегу, подождите. Вот сюда. Вы на меня пока внимания не обращайте. Я сейчас буду долго выход искать. Так, я что-то еще взял. Ну, не знаю, в качестве охранника-то, наверное, я уже точно не проканаю. Поэтому мне надо... Это кто? Вот он. Все. Я теперь опять офисный служащий. И где третьего искать сейчас, я даже ума не приложу. Наверное, где-то внизу падла. Давай, отпирай. Ой, подождите. А если я им отключу, что будет? А, вот по одному и устраню их. Подожди. Отвертка. Все нормально теперь. Теперь можно работать. Это что? Ага. Вот сюда спрячемся. Давай. Только подожди, мне надо отверткой, да? Проткнем его. Давайте отверткой. На. Так. Переоденемся. Теперь обратно. Давай. Следующий. Тихо. Что вы тут делали? Так, ослабить крепление.
Это какой-то несчастный случай должен быть, как я понимаю. I know what you're thinking for. Я понимаю, что ты задумал. Не пролезешь. You won't fit. Так. Угу. Так, взять предмет, спрятать предмет. Зачем мне нужен этот чемодан? Мы маньячить будем. Чего я взял? Ну-ка, ну-ка. Хрен его знает. Ну что-то взял. Так, очень смешно. Давай. Где третьего-то искать? Так, добыть данные. Ой. Только подожди. Вот так. Все? Откройся. Сим-сим, откройся. Подожди. Давай-ка сохраним. Ой, маньячная натура. Прекрасно. Пойдем, пойдем. Тебя чуть повыше заположим. Блин, третий. Давай. На. На. Что у вас здесь есть? Ой, это гранаты. Я помню, там тоже две такие было. Но я брать их не стал. Так, отпереть. А у кого ключики-то? Так. Отпереть. Ну-ка, давай-ка вот здесь посмотрим. Да стой, вот еще. Непонятно. Непонятно так. Нет, 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 только не отвертка, стой. Вот, есть ножницы. Так, включить. Выключить. Отпереть. Взять. Так, я что-то взял. Ключ-карта, что ли? Ладно. Так, а вот север должен быть прямо за этой большой стальной дверью. А мне сюда должно... Ага, я должен был сюда что-то скидывать. Потом пройтись так вот. Так, взломать. А как я взломаю? Чем? У кого-то что-то есть? Блин, блински.
sorry, but we've had this section off this area for... Так, понятненько. Security suspects there may have been some tampering going on here. But I need my things in there. Вот что у него там? Done before closing time. Again, I'm really sorry, but... Так, прошу, приношу свои извинения. Тихо. Отпираем. Что там? Итак, что-то у меня там зависло, пришлось перезагрузить. Так. Это я сейчас в охранника, да, переодетый? Да. Все это убил, убрал. Где-то я что-то не взял. А вот и хранилище. Так, должен быть прямо за большой стальной дверью. Ну это мы поняли. Так. Подожди. Again, I'm really sorry, but Perez keeps coming down here. I'm not getting any chance. Ну теперь будем смотреть. He's not here now, and the camera looks broken. На. Так, открываем, смотрим, что там. У меня вот здесь вот и зависло. Какие-то письма. Ой. На. Никто не должен меня знать. Так, это что взять? Ой. Это какое-то оружие. Так, минутку. А, тут смотрите, еще вон место было, где можно было... Так, это что такое? А, вроде как... Пока что все хорошо идет. Только где... Где нужное мне, неизвестно. Что ты там копал? Что у тебя там интересно такого было? Так, ну-ка. Ага. Not as bad as that time in Queens. Remember that? Давай открываем. Взять танчик игрушечный, так. Так. О, это что-то, что так, контент, стопка документов, содержащих убедительные доказательства того, что директор и главный бухгалтер так самовольно распоряжались деньгами банка. Так, подождите, сохранить. Открываем. Смотрим. Открываем. Вау, яйцо Фаберже. Да, я с ними вот по жизни хожу, с этими яйцами. Что, золотой слиток или что это? Так, все, больше ничего здесь нет. Но я что-то взял. Так, минутку. Так. Ага, это смертельный яд. Нож. А что у вас есть? Ничего. Ладно.
Так. Сюда-то я попал. Надеюсь, от хранилища взял. Ага. Нет, нет него. Блин, блински. Ой, там еще кто-то есть. Вот сюда. Это что? Открыть шкафчик. Взять. Что у нас имеется? О, отпереть. Это, видимо, у того охранника был ключ. Так. Смогу, не смогу. Ну же, давай. Нет, у кого ключ? Все ключи, вроде, которые были, выпадали, я уже собрал. У кого он может быть? Так, добыть данные. Это что такое? Так. Так. С таблетками смертельный яд. Хлофон, это, ну давай вот этот. Хотя. Подожди. Вот теперь вот. Давай, мне вот этот все равно смертельный яд. Только куда вот оно ведет? Блин, стой! Нет, назад! Я-то думал, блин, этих-то я уже перебил. Знал бы, так заранее бы все. Что у нас есть? Это что? Нет, ломиков мне хватает. Ладно, пойдемте. Так, добыть данные. Мне надо, значит... наверх пройти. Подожди. А наверх я могу вот посюда пройти безнаказанно. Вот, переоденусь. Вот и все. Ходи, броди. Так. Это кто-то мертвый. Ой. Ой. Так, куда мне? Excuse me, if you're coming through, I have to frisk you. Ну я понял. Okay. Понял, да. Так. Поиск. Где-то вот что-то здесь вот есть. Так. Кто-то из наших работал допоздна, но это обычное дело. Если вдруг что-то придет в голову, хорошего дня. Понятно. А что у тебя там есть? Блин. А, вот он, человек, вот он. У него. Так, подожди.
Hold it, sir. I can't let you enter before так. I have a look in your pocket. Досмотр. Понятно. А вот так я могу без досмотра, да, пройти? Блин. Одни трупы только. Кто их, блин, наделал? А, ну я наделал, да. Так. Вот, блин, беззаботная жизнь у тебя там. Ну что ты застал-то? Замер там. Не знаешь, куда тебе двигаться? О, подождите. Следом пойдем за тобой. А ты куда идешь? Зайди в туалет, не знаю. Так. Идем, смотрим, куда он пойдет. Яблоки, газеты. Тут почему-то никого нету. Ва. Есть идея. Есть идея, есть идея, ага. Вот так вот. Смотрите. Я его сейчас задушу. По крайней мере, буду стараться к этому это прийти. А, нет, смотрите, смотрят все, видят. Еще что-то активировано, отвлекающее. Так. Найдите выход. Ой, а я знаю, куда мне идти. Подождите. Ага, я, да. Вот посюда вроде как можно было. Теперь там столько людей. А здесь у нас кто? Охранника нет? Охранника нет. Найдите выход. Вот смотри, мы сюда прошли, не присутствуя ни при каком досмотре. Так, это кто? А что ты сюда-то идешь? А, ты еще и труп тащишь. Так. Минутку. Вот он удивится-то. Преступление замечено. На. Ну, я думаю, в этом костюмчике и выйду. Правильно? Вот так. Костюмчик сохранили, где выход? А вот он. Покинуть. Ну что ж, все люди бродили, надо было их искать каждого. Тут уж ничего не поделаешь. Смотрим, что у нас за ролик будет.
Ой, Бэтмена только не хватает. Дождливая, темная погода такая. Грома нет. Оливия нашла кое-что любопытное. Расскажу по дороге. Куда мы идем? В рай 47-й. Какой рай? Ой. Это что, типа, как бы мы взлетели, это просто самолет летит? Мы же, потому что только что прошли. Тобой континуум. Продолжение следует? Хорошо. Вот мы не против. Все на этом или что? Да. Последнее пристанище. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео.